много вкусняшек не бывает. Это девиз нашего канала. Сегодня на Хохоном всеми любимый 100 слоев еды челлендж. Интересно, что же нас ждет под крышками? Какая мерзость! Ненавижу червей! Почему? Они же такие милые! Милые? Их там много! Они такие страшные! Кейт, черты будешь есть первый! Я? Он шевелится! Я никогда не ела живых существ! Давай скорее! Ладно, ладно! Я придумала, как я его съем! Вот это да, какая смелость! Даже я так не смог бы! А я могу! Кстати, это не так уж и плохо! Ой, это был просто пранк! Пранк? Тебе все равно придется его съесть! Сейчас я помогу тебе это сделать! Нет, я живу не дамся! Еще как дашься! Ну как, понравилось? Фу, какая гадость! Лола, а ты почему смеешься? Тебе тоже их придется есть! Легко, что в этом трудного? Конечно, мне жалко этих малышей, но на самом деле это не так уж и страшно! К тому же они такие сладкие! Сладкие? Лола, ты сумасшедшая! Я не знаю, как приступить к червям! Они даже выглядят отвратительно! Думаю, без перчаток здесь не обойтись! Жалко, что нет перчатки на язык! Ого! Под червяками лежит что-то яркое! Сами ешьте своих гадких червей, а я займусь мармеладками Хариба. Мог бы и со своими подружками поделиться. Еще чего? Они такие аппетитные. Я сам с ними справлюсь. А за свою жадность ты поплатишься. Посмотрим, как тебе понравится, когда червяки потом ползают по твоей голове. Фу, какая гадость! Что на этот раз? Стоять, сначала открою я. Ух ты, кукурузку я люблю. Особенно, когда ее так много, как у меня. Разве это много? Лучше посмотрите, какая куча досталась мне. Получается, мне совсем не повезло? Хотя я смогу первой съесть кукурузу. Вот это да! Никогда не видел, чтобы кто-то ел кукурузу за один укус. Когда кукуруза вкусная, то можно ее и за один укус слопать. Круто! Наше уважение! Ну а теперь моя очередь есть вкусняшку. Правда, я хочу сделать ее еще круче. Конечно, кукуруза вкусная, но попкорн еще вкуснее. Для его приготовления у меня даже сковородка есть. А еще будет круто, если перемешать ее с конфетками Skittles. Смотрите, какая красота! Получился попкорн с самыми разными вкусами. Так и хочется поскорее его слопать. Пожелайте мне приятного аппетита. Хотя он мне и так гарантирован. Okay. У Тома теперь такие смешные зубы. Я смотрю на вас и все больше хочу слопать свою кукурузу. Пришла моя очередь. Гача! Вот это да! Даже Лола так быстро не ела. Пока я вас ждала, я очень проголодалась. Кстати, я знаю один очень прикольный способ, как съесть кукурузу. Я его на YouTube видела. Мне понадобится обычная дрель. Но этот способ опасен. Так можно лишиться зубов. Да уж. Что же нас ждет в этот раз?
Окей. Обожаю Кит-Кат. А я обожаю, когда Кит-Ката целая куча. Поэтому я самая счастливая. У меня шоколадок больше всех. Тогда поделись с нами. Еще чего? У вас и свои шоколадки есть? Неправда, у нас есть шоколадки. Точнее, шоколадка. Надеюсь, она хотя бы вкусная. Просто потрясающе. А вы знаете, что такое шоколадный бургер? Это когда несколько шоколадок стоят друг на друге. Кстати, очень вкусная штука. Хочется еще шоколада. Том, может... Нет, это мой шоколад. Тебя учили, что такое аккуратность? Да уж, ты будто ни разу в жизни не ел шоколад. Я вся в крошках. Я тоже. Зато мне очень вкусно. Фу, какая гадость. Но во всем есть и плюсы. Например, теперь моя очередь есть шоколад. Эй, мы разве похожи на мусорные ведра? Вот именно. Зачем нам твои фантики? Потому что мои шоколадки слишком вкусно выглядят, чтобы я на что-то отвлекалась. Как же это вкусно! Ребята, я понимаю ваш восторг. Кит-Кат, ты правда невероятно классный. Лола, твои шоколадки, они скоро упадут. Что? Почему они трясутся? Нет! Да, теперь шоколадки и нам с Кит достанутся. Почему у меня всего лишь один пончик? Потому что все остальные у меня. Ошибаешься, у меня... Смотрите, как их много! Друзья не хвастаются! Вот именно! Друзья вместе едят вкусные пончики! А еще друзья должны делиться! Том, ты мне друг? Да, но пончика ты от меня не дождешься! Я сам их съем. Дай хотя бы один украду. Положи на место. Даже не думай у меня воровать. Ладно, ладно. Чего кричать-то? Как же вкусно. Я не могу остановиться. Ничего вкуснее я давно не пробовал. Ну зачем теперь разбрасываться крошками? Потому что когда ешь что-то вкусное, совсем не хочется отвлекаться на какие-то крошки. Кит, осталась только ты. Пришло время моих пончиков. Чувствую, я сейчас облопаюсь. Gotcha! Кажется, такая куча пончиков – это слишком. Это еще почему? Ты теперь сама похожа на пончик. What? Вот это да! Какая красота! Не просто красота. Это еще и вкуснота. Теперь у меня тоже есть такое необычное покрытие кожи. Лола, хочешь попробовать? Еще чего, вашу сыпь я есть точно не буду. Подписывайтесь на Хохоном, чтобы не пропустить другие не менее интересные и веселые челленджи.